говори, как желаешь, расскажу. На улице сидела за столом. Лесник сидел на горке, болтал о том о сём, что нет среди животных пустынников врагов, что нравится ему, под кормлём волков. Будь как дома, я ни в чём не откажу. Но множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И волки среди ночи забыли под окном. Старик залобовался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья, тебе подальше, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу.